Всем огромнейший привет! И вот мы с вами Фикс Прайс первый раз в 2022 году. Тем более это новый Фикс Прайс, открылся он недавно совсем. И мы посмотрим, какие новинки вообще в этом году в Фикс Прайсе. Давно мы с вами не были, тем более интересно посетить новенький магазинчик. Какие здесь поставки, что здесь с ценами в 2022 году и с ассортиментом. Можно ли теперь здесь купить что-то бюджетное? Самое главное, полезное. Кое-какие остались еще новогодние атрибуты. Я не видела, смотрите, венки какие. Искусственные новогодние, 212 рублей. Тут еще и осенние коллекции. Тыквы 99, керамические 199. Да, в других светофорах. Уже этого днем с огнем не сыщешь. 212 рублей елочки. 255 доломит. Откалываются уголочки. И здесь та же самая история. 212 рублей. Вот эта тарелка интересная. Доломит обливной. Доломит силикон тоже. В общем, 212. Оставим новогоднюю тему. Давайте посмотрим дальше. Маска. Это же вот игра в кальмара. Смотрите, какие теперь тут маски. 199 рублей. Аккуратно все по полочкам. Ценники везде. В общем, полный порядок. Так что, кто еще не успел что-то купить, упаковочную бумагу или какие-то товары к Рождеству, допустим, или к Старому Новому году, как вариант, есть такой шанс. В общем, Фикс Прайс еще завален новогодними товарами. Девочка подвесная новогодняя, декорация. Да, много непроданного, конечно, очень много. И птички, и совята, и сосульки, и снежинки, и все-все-все. Так, постер 40x30, 249 рублей. Абстракция. А вот, похоже, художественное произведение, да, как будто бы кто-то взял и написал на холсте. Но видите, как неаккуратно, с обратной стороны обработано. Мебельным степлером 40x30, подрамник, холст, элементы для крепления. Вот он здесь есть. Цветы в вазе. Тоже получше. Морская тема. Так, и что еще? Ну, все, пожалуй, да. А абстрактные картины три разные. Вот они как выглядят все в целой композиции. Светильники проекционные с USB на трех батарейках. Батарейки в комплект не входят. 300 рублей. Давайте посмотрим. Это какой-то шар с кабелем. А, это типа планеты. Вот он так светится. Здесь, значит, в виде планеты земной шар. Создает особую атмосферу перед сном. Так, здесь звездное небо. Карта звездного неба. Плавно меняет цвета. Три светодиода внутри. Кабель USB в комплекте 80-сантиметровый. И три нужные батарейки АА. Вот такой он. Затем из светильников-ночничков есть вот такие романтические. Это как свеча искусственная. Космос, пикник с гитарой, розовые, голубые, значит, 99 рублей. Тоже он от батареек действует, маленьких. Батарейки вроде бы входят в комплект и всякие вот такие. Самое интересное, конечно же, это всегда в посуде. Что тут новенького? Посмотрите, какая красота со львом. Конечно же, возьму. У меня сын лев. И еще и есть волки здесь. Ну-ка. Посмотрим, какое качество. Ну, конечно, минус, что здесь золотой ободочек, значит, нельзя ставить микроволновку. 450 миллилитров, и это фаянс, не доломит. Качество неплохое. Есть олень, значит, волк, лев, как мы уже с вами видели. И кто-то там еще. О, орел или ястреб, кто-то там такой хищный. Да. Лев отличный. Вот он какой. Ну, какая-то хищная птица. Орел, может быть. Так, что здесь еще? Огромнейшие есть чашки. Просто огромнейшие. Кружки 650 миллилитров. Разного цвета. Такие толстостенные. Так, сколько они? 199, наверное. Есть еще кружка 1040 миллилитров. Это что? Ну, это не она точно. Это, видно, какая-то ошибка, может быть, 140 миллилитров, 450 миллилитров. И тарелки 55 рублей, но это Китай.
банки литр 600, 149 рублей. Удобные для круп, для всего. Жесть, покрытая лаком. Так, и для спагетти 199 рублей, 2-литровые. Кувшин для воды. Как раз, кстати, мне недавно нужен был. Что значит недавно? На празднике. Сделала морс, и оказалось, что у меня дома нет кувшинчика. Разбился старенький. Здесь что удобно, что пластиковая крышка, и он высокий, много места не займет. Тонкое стекло. Единственное, что посмотрим, это боросиликатное стекло, полипропилен. Литр 350, идеально подходит для морсов. Не знаю, влезет ли он в холодильник вот по этой высоте. Возьму, наверное. И еще минус, что у крышки нет ситечка, по-моему. Да, носик только узенький. Нет ситечка для того, чтобы ягоды не прошли. Да, здесь просто вот так все очень. Смотрите, что здесь еще. Так. Для воды что-то там такое. В общем, похоже, что это крышка. А здесь еще, смотрите, черный силикон для уплотнения. Про силиконина крышка-то непростая, вот так раз, и крышка не выпадет. В принципе, здесь может быть и не нужен никакое ситечко, не нужно сетка. В общем, кувшин отличный, я уже взяла один. Смотрим дальше, что тут такое. Блюдо узенькое, то ли селедочница, то ли что, 79 рублей, 24 на 10 сантиметров, толстое стекло такое китайское. Почему-то желтый ценник на банке с краном, 3-литровый, 249 рублей. Она. И появились поменьше с изображением здесь фруктов. Вот они такие выпуклые на стекле, 199 рублей. Конечно, это удобнее, наверное, по крайней мере, для чайного гриба самое то, что нужно. Так. Минажница 99, это все китчен, 18,5 сантиметров диаметр, толстое стекло, Китай. Тарелки, я помню, такие были, да, целые тут наборы, большие, маленькие. Из интересного, вот это блюдо, да, было в прошлом году, 299 рублей. Клубнички все еще здесь, булы, пиалы. Вот что интересно, 299 рублей. Какое-то тут интересное уже изображение на коробке. Это вот такая сеточка, это Бавария. Сразу я вижу. Здесь оказывается коллекция. Стаканы, набор емкости для сервировки, 3 штуки на подставке. Подставка деревянная. Это все вот из той пивной коллекции. А выглядит этот наборчик таким образом, но сразу вам сейчас скажу на недостатки, я их уже видела. Во-первых, стаканчики эти какие маленькие, но для всяких орешков, стаканы стеклянные, для всяких орешков, для какой-то закуски они пойдут по объему. Самый минус в том, что это не бамбуковая доска, вот как мы привыкли из бамбука прессованного, а это МДФ, видите, при том две склеены, две тонкие досочки МДФ. Естественно, они не очень хорошая идея для посуда, в общем, для такого применения, потому что крайне обработан, и мы даже можем с вами прочитать стекло МДФ. Вот видите, как я вам и говорила. Так что я бракую вот этот наборчик. 299 рублей он стоит. Масленка, интересная штука, тем более с крышкой. Два предмета в коробочке, 185 миллилитров, 149 рублей. Заглянем, да посмотрим. Стекло для сервировки стола, а производится это в Иране. Ну-ка. Ух, какая масленка мощная, толстое стекло с гранями. Вот так даже интереснее играет на свету. Немножко какие-то неровности. Так, все, выудили наконец. И сама масленка. Она подойдет для маленького кусочка масла. И крышка тоже не очень высокая. Для широкого и маленького, и низкого такого куска масла. В общем, придется отрезать его. Иначе крышка будет прилипать, и все это не выполнит своей роли, задачи. И как раз вот здесь продается в Фикспрессе нож для масла. Он как раз для таких случаев. Открываем масленку, достаем нож. Он такой закругленный, широкий. И отсюда уже удобно именно им масло добывать. Потом уже намазывать на хлеб.
Масленка 149. Дальше. Минажница трехсекционная. Это в виде ракушки. Мы с вами видели 249. Теперь она. И этажерка двухъярусная. Все здесь собралось. 299 рублей. Вот нижнее блюдо 24 диаметр, а повыше 19. И корницы здесь. Помните, мы за ними гонялись. Вот в виде, как это называется? Да, в виде ушата. С такими ушками. Как бы расширенное ведро для икры. Ну, а какой новогодний стол или вообще праздничный без икры? Дальше, икорницы 79 стоят. Конфетница с крышкой 14 сантиметров в диаметре. Она годится еще для украшения стола. Туда можно внутрь лампочки светодиодные поместить на батарейке. Тоже будет очень красиво смотреться. И вообще, как конфетница на каждый день, не только на праздник. Минажница 249 составная. И еще и корница в виде рыбки. Помню, тоже многие искали. В прошлом году не всем хватило. В этом году уже 149. А это что такое? Ух, формочки для печенья. 99 рублей. Корзинки вот какие. Ну, конечно, все портит вот этот люрекс золотой. Зачем они сделали золото, серебро, бриллианты? 199 рублей. Корзинка для хлеба. Тарелочки с сердечками, но еще и с браком. Серые. Похоже на каменную керамику. Скорее всего, так и будет написано. Да, керамика просто. Тарелка 20 сантиметров в диаметре. И еще мне понравились блюда. Прямоугольные 32,5 сантиметра. 199 рублей. 25 на 25. Фаянс. Китчен. Тонкие такие тарелки. Не очень тяжелые, но и не легкие. Внушают доверие. 149 что ли? Да, оно по 149. Есть еще фигурные варианты, вот такие, это молочное стекло, 30-сантиметровое, 249 рублей цена указана. А вот и составная минажница, и чем она интересна в этом году? А тем, что тут тоже добавлены золотые нотки. Да что такое сегодня? Вот какая минажница, и видите, по одному краю сверху золотая краска. В этом году почему-то вот с золотыми такими изюминками производители решили нас побаловать. Что корзина для хлеба, что минажница. Кроме светофора еще в фикс-прайсе оказывается ягоды протертые с сахаром 55 рублей. Смородина черная. Так, что еще? Лимон с имбирем, клубника. И все вроде бы. Да, клубника, лимон с имбирем и черная смородина. Почитаем состав. 300 граммов. 55 рублей стоит такая баночка. Сахар белый, черная смородина, патока, пюре яблочная, вода питьевая, загуститель пектин. Состав, в принципе, такой же, как и в светофоре. Я думаю, что вкусно должно быть. А я возьму одну смородинку. Попробуем с вами, что это и как это. Да, магазин этот мне понравился. Смотрите, все на своих местах. Аккуратно, везде есть ценники. Пряжа 199, набор вязания для шарфа, набор, вернее, для вязания шарфа, пряжа, спицы, инструкция, потом пряжа для ручного вязания подмосковная, вот это, не знаю, 40 граммов, 30 метров, очень маленькие, маленькие, вот еще пряжа 99 за 90 граммов, это туда. Деревенька Троицк 99 рублей. Акрил. Детская серия. Пчелка написана. Не знаю, откуда такие названия берутся. Деревенька подмосковная. Вот она, деревенька. Деревенька-то вот она. Натуральный, светлый. Сделана в России. И это 100% шерсть. Так, вот он цвет какой у деревеньки. Поэтому и деревенька. Так, есть еще пряжа акрил 99 рублей. Вот еще деревенька, почему-то там она, ценник здесь. Есть еще вот такая пряжа 70 метров 50 граммов. И это тоже акрил. Но зато цвета интересные. Зимние обувные стельки экстра теплые из джута с термозащитным слоем. Вот как раз то, что надо в холод. Есть еще из искусственного меха. Ну-ка, что здесь? Пишут-то 36-45, размер 79 рублей. И что здесь пишут? Полиэстер и эва.
и больше ничегошеньки. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что мое видео было вам полезно, а также интересно. Спасибо за лайки, комментарии и подписку. С вами была Марина, канал Тип Топ ТВ.